Это кульминационный момент. Блин, это стрёмно. Я не знаю, как там есть, и не бояться, в смысле. Но... Ух ты, йоу! Доброе утро, или банзай камикадзе. Я подхожу к японцам и говорю, где у вас тут самая жесть? Короче, 5 дней в Токио, я начинаю уже мутировать. Итак, я на вершине токийского рейтинга. После 4 часов ходьбы... Нажимаешь, тебя смывает, только наоборот. И на рапонге. Так, жди меня здесь. Сейчас будет прикольный дубль, я надеюсь. Ну что, отобрали у меня селфи-палку? Я говорю, это не селфи-палка, это монопод. Здесь когда-то жили люди. А сейчас здесь пустота. Вы у меня спрашиваете, если вдруг в школах откроют предметы японоведения или японознавства? Я уже снял столько видео, я уже столько ходил, я везде был. Я не хочу уже удивляться. Я хочу домой, отпустите меня. Именно такой Токио я и хотел увидеть. Ты старый? Ну, вы поняли. Пошло. Кстати. Хаконе, ты моя Хаконе. Нью-Йорк отдыхает. А я точно здесь? Это все по-настоящему? Чувак уроки прогуливает. А что касается помочить ноги, то это будет. Если я хочу позвонить, с рюкзаком хочу позвонить. Могу я звонить с рюкзаком или нет? Вот так залез. Ну что, с удачной покупкой меня. Короче, вот такая фигня у нас стоит 10 гривен, а здесь 4 доллара. Я прихожу к выводу о том, что в каждом великом городе есть памятник всаднику на коне. Вот у нас в Харькове, например, есть такой памятник. Что-то неясное творится в Японии. Ситуация следующая. Меня же не впустили в парк Синдзюку-Гоен. Я потом подхожу к другому полицейскому и говорю, слушай, меня не пускают там. Дали флаер такой. Говорю, что мне делать? Говорю, я завтра улетаю, хочу посмотреть. Он говорит, ну нельзя. Типа к императорскому дворцу нельзя. Но какой-то гарден можно. То есть если ты заходи, только не заходи. Ну, я говорю, попробую. Говорю, а как зайти, чтобы не зайти? Ну, видишь бридж? Вижу бридж. Говорит, через бридж переходи, но не заходи. Ну, короче, я иду сейчас как-то так, полубоком. Буду заходить в парк, в который якобы нельзя. И буду там, где якобы можно. Вот так все непросто у нас. Я понял. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите следующих видео. До встречи.